Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня протестируем с вами новую беспроводную колонку от компании Creative. Это модель Mio V2. В 2015 году мы тестировали модель Mio Mini, остались от нее самые положительные впечатления. Сейчас я предлагаю посмотреть, что изменилось за это время, чем может похвастаться эта серия. Ну а продажи в ближайшее время стартуют, рекомендованный ценник будет находиться в районе 6000 рублей, насколько мы знаем. Поставляется она в прозрачной жесткой упаковке. Основание выступает еще в роли импровизированного пьедестала, в нем же скрываются комплектующие. Здесь микро-USB кабель и набор документации. Creative Mio V2 доступна в нескольких вариантах цветового исполнения, включая яркие расцветки. У нас на тестах серебристый вариант, смотрится интересно. Основной материал корпуса – пластик с матовым покрытием. Стыков практически тут нет, создается ощущение цельного бруска. Из полезных возможностей реализована защита от попадания влаги. Она соответствует классу IP66. С ней свободно можно гулять под дождем или брать, например, летом на пляж. Но полностью погружать в воду не рекомендуется. Общий вес колонки 340 грамм. Он равномерно распределен по всей площади. На ровной поверхности она стоит устойчиво, не вибрирует. На нижней грани зафиксированы две силиконовые ножки. Для удобства транспортировки на одной из боковых граней есть ушко для ремешка. В комплекте его нет, но проблем с совместимостью с сторонними решениями тоже не будет. Лицевая сторона полностью покрыта металлической решеткой с логотипом производителя. Под ней скрывается два полнодиапазонных динамика и большой пассивный излучатель. Все разъемы сосредоточены в одной нише. Она защищена резиновой заглушкой. Тут аудиоразъем для проводного подключения, микро-USB для зарядки и слот для карты памяти. Последний превращает Creative Mio V2 в полноценный плеер, причем поддерживаются разные аудиоформаты, включая FLAC. Органы управления расположены на верхней грани. Они с прорезиненными кнопками, и на них нанесена индикация. Разобраться несложно, все интуитивно понятно. Часть действий дублируется звуковым и голосовым оповещением. В этой же части находятся светодиодный индикатор и микрофон. Она умеет выступать в качестве громкой связи. Для беспроводной связи используется Bluetooth, канал с поддержкой 8UDP. Эффективная дальность примерно 5-10 метров от смартфона, в зависимости от наличия стен. Поддержки NFC в этой модели нет. Встроенный аккумулятор емкостью 2200 мАч обеспечивает около 10-11 часов активного воспроизведения. Есть возможность соединить две колонки в стереопару. Несмотря на компактные габариты, колонка продемонстрировала высокий запас громкости. Мощности хватает для прокачки квартиры даже с избытком. При выходе на максимальный уровень лишнего шума и помех замечено не было. Появляется только небольшая вибрация при прослушивании композиции с акцентом на низкие частоты. Звук у Creative Mio V2 сочный и яркий. Хорошая детализация и эффект объемной сцены. Проведена хорошая заводская настройка на широком диапазоне частот. Мягкие и приятные басы, хорошие верхи. Колонка читает формат MP3, WAV, FMA, FLAC. Поддерживаются емкие накопители. Считываются файлы во вложенных папках. Переключение между треками проводится кнопками M+ и M-. Причем можно переключаться сразу между папками. Встроенный микрофон передает звук чисто, но важно учитывать расстояние до колонки. Чем она больше, тем хуже будет слышен собеседник. Предлагаю послушать, как эта колонка звучит в реальности. We'll be right back.
Native Mio 2 станет хорошим вариантом при выборе функциональной беспроводной колонки. Здесь и встроенный плеер с поддержкой карт памяти, и беспроводное подключение к смартфонам и планшетам, и проводное подключение к плеерам. К преимуществам отнесем высокую громкость, хорошую балансировку, панель управления, длительное время автономной работы, влагозащиту, аккуратную сборку и приятный внешний вид, встроенный микрофон и возможность создания стереопары. С удовольствием обсудим с вами Creative Mio 2 в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока.